Всем привет! Сегодня я вам покажу комплекс с гирями для развития силовых качеств. Обязательно этот комплекс выполняйте после общеразвивающих упражнений, после общей разминки. Первое упражнение – жим гири. Делаем 10 раз жим правой рукой. Тоже делаем 10 раз жим левой рукой. Второе упражнение – это тяга гири. Обязательно соблюдаем технику. Прогибаемся в пояснице, лопатки сводим, делаем наклон и выполняем тягу. И третье упражнение с гирей на ноги – это приседание. Берем гирю, также спину выпрямляем, пояснице прогибаемся и делаем приседание. Обязательно следим за дыханием. Вниз вдох, вверх. Эти упражнения можно выполнять после основной тренировки или же один.